сегодня все еще 12 сентября 2011 год. Вот я пришла на улицу Джефферсон, где я бросила мою машинку на 2 часа. Вот там вот она, вон она красивенькая. Самая красивая машина моя, красная вон она стоит. Ладно. Значит, я побывала в двух компаниях Лойеры. И вот прохожу мимо и смотрю, что опять фиатики здесь продают. То есть раньше их здесь продавали, потом они закрылись. И смотрю, они опять здесь. Hello! Какие красивые машинки. Wow, I like it. Thank you. Ух ты, вот это особенно классная штука. Вот такая вот, вот крыша съезжает. Вот так вот ее потом это, тверденькая такая. Красотулечка вообще маленький. Я, конечно, очень-очень люблю маленькие машинки. Но из чувства как бы safety, я, конечно, люблю большие машинки. Is it GPS? That's the navigation system. Ah, GPS. It's not inside of car. Hi. It's I like it. I like the smell. Ah, как я люблю этот запах. Красивая машинка. And where is the price? This one is... Okay, I can see. I can see. 24 500. Вау. 23 плюс там что-то, 26 тысяч долларов. Нифига себе. Ничего себе. It's expensive. Это самая дорогая машина, потому что там много в ней наворотов. Понятно. Ага, начинаются они с 16 тысяч долларов. Ага. Гарантия 3 года и 35 тысяч пробега. Он желтенький какой, желточек такой красивый. Фиатик. У меня, по-моему, с Фиата я уже делала когда-то. Вот она стоит 19 850, ну 20 тысяч. Плюс, если заплатить... Вот он тотал. 20 788. Ну все. Вот цвета, которые, в которые можно заказать покрасить свою машинку. И вот тут вот по телевизору все показывают, что и как там. Видимо, как моторчик или что-то в этом роде. Я, честно, не разбираюсь в этом. Я вижу красивого дяденьку, а дальше я ничего не вижу. Мотор, то не мотор, колеса это. Я могу отличить колесо от мотора, конечно. Вот такси, готовое такси. Ой, ну как красиво внутри. Вот у меня был пятикрузер, вот так же внутри тоже было. Вот как инопланетяночка моя машинка была. Красивенькая такая. Итак, вот это вот место для ожидания. Новые колесики маленькие такие. Но это колесо в три раза меньше, чем мое на моей машине. Ну, понятное дело. Вот тут какие-то попутные, сопутствующие товары. Сумочка красивая. Там, естественно, туалеты. Вот водичку можно попить. Кофе тут не дают бесплатный, насколько я поняла. Это все можно купить. Дринки. И вот это находится в самом, вот новости, в самом-самом центре Орландо на Оранж-авеню. Тут раньше были другие машинки. Вот это вот офисы для сотрудников. А вот тут пожелание. Спасибо, 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 спасибо. I'm satisfied. Ну, я полностью удовлетворен. И тра-ля-ля. Мама мне. Ой, такие красивые машиночки. Ну, крошечные, конечно. Совсем крошки. Hi. Такие малюпусенькие. А, вот кофе. Я говорила, что... Нет, есть кофе. Бесплатный кофе, бесплатные бананы. Пожалуйста, бери, кушай. Там чай даже еще какой-то. Есть какие-то там сушки в рот засунуть. Так, вот эта красотка стоит 21 600. 21 600. Ну, конечно, для такой машины, не знаю. Может, там мотор мощный, не знаю. Я свой Nissan X-Terra купила за 20 тысяч новенькую. Так она громадная, это танк. Это просто громадный танк. Ладно.
Кофе я пить не буду, так как я машину не покупаю, хотя могла бы. Никто бы слова не сказал. Но уже пойду. Ах, красавица, красная какая. И эта красная красавица стоит 17 100. Так, кстати, тут одна дверь всего лишь навсего. Красные сиденья, кожаные, я надеюсь. Опять же запах, запах новой машинки. Как я люблю новую машинку запах. Но я не люблю вот когда одна дверь. А вот в случае чего как выскакивать? Это не выскочишь, это будешь как в этом запаянный. И все они, у них у всех, да, у них у всех одна дверь. Ну, конечно, для такой машины это очень высокая цена, я так думаю. Thank you very much. Have a good day. Все, пошла я забирать свою машинку. Так. Не знаю, кто покупает такие машины, но правда, честно, уютненькая такая, хорошенькая такая, прям крошечка маленькая, ребеночек такой. Ну, на такой машине, конечно, ездить я бы уже не стала. Хотя, опять же, захотелось купить, потому что она когда маленькая такая, но когда такое все уютненькое, прямо так хочется все это. Даже поцеловать такую машинку хочется. Ладно, вот моя машина красивая. Вот Orange Avenue. Я уже показывала не раз. Но еще раз остановлюсь. Как я люблю вот этот центр. Как я люблю вот этот центр. Ага, и вот это вот церковь. Я сегодня проезжала мимо. Там очень много людей почему-то собралось. И вот это вот высотное здание, такое длинненькое, это вот наш местный курт-хаус, это суд. Это здание суда 23-этажное. Вот оно с голубыми окошечками. И вот еще одна церковь. Вот этот, видно крест наверху, я туда не пойду. И вот там вот озеро Иола. Ладно, пошла. Я надеюсь, у меня еще время не истекло, 2 часа. Вон она идет, скоростная трасса Айфо. Видно, машины летают. Тюк-тюк-тюк во все стороны. Все. Хорошо прогулялась сегодня. Пора домой.